Время 7 утра, но в Хвалынске уже никто не спит. Туриада 2018 собрала всех на раннюю зарядку. Упражнения по йоге для настроя на победу. Ну а поможет ли это спортсменам, узнаем совсем скоро. Сначала не хотелось идти, но когда я пришла, я поняла, что это правда интересно и помогает разогреться и проснуться. Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада» проводится под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Сегодня у спортсменов был насыщенный день. После зарядки завтрак, экскурсии и переброска в Балаково. Там соревнуются водной дистанцией. Но это не просто гонки на воде, настоящее сражение с водной стихией. Ну, соревнование прошло хорошо, с исключением второй попытки. На второй попытке что-то слишком сильно в себя поверил и перевернулся. Пока в Балаково сражаются с течением воды, которые против их катамаранов, хвалынские спортсмены в поисках попутного ветра. Ювелирную езду на велосипедах может сбить любая деталь. Сегодня было на триале не очень приятная яма, через которую было достаточно тяжело преодолеть ее. Но в целом все, дистанции знакомы, то есть из года в год уже не первый год участвуем. То есть примерно все одно и то же, с каждым годом навыки растут. То есть стремимся к лучшим результатам. Сегодня заканчиваю день на музыкальной ноте. Песни под гитару еще надолго задержат спортсменов друг с другом, не отпуская спать. Когда меня не станет, я буду петь голосами. Рануш Шагинян, Олег Бирюков, Саратов, 24.